Привет всем! Давайте я вас поближе познакомлю с кота-драконом Лео. На первый взгляд они очень необычные, милые котятки. Но яркий принт говорит о принадлежности к хищникам. Они могут яростно защищать свою территорию, встречаются с желтыми и зелеными глазами. Они появились спонтанно, но настолько они не вписывались в предыдущие мои работы, что я практически сразу их сделала. Этот принт я не рисую красками, а создаю глиной. Меня он будоражит и привлекает. Я даже задумываюсь сделать украшения из этой серии. А вот дракон Сакура – это совершенно другой образ, созданный в преддверии весеннего пробуждения. Восхищаюсь красотой Сакуры, устойчивая, но нежная, трогательная красота. Понравилось мое творчество? Подписывайся. До новых встреч. Пока-пока.